Послание Архангела Люцифера от 30 апреля 2022 года. Завершение эксперимента. Здравствуйте, дорогие мои светлые души! Сегодня мне хочется поделиться с вами своими чувствами, связанными с последними судьбоносными событиями на Земле. Я вижу, что моя неустанная работа принесла свои плоды. И многие люди, которые раньше даже не задумывались о таких понятиях, как добро и зло, начинают теперь четко видеть их проявления на всех планах бытия. Зло, которое раньше пряталось за маской добродетели, предстало теперь перед человечеством во всей своей красе. Европейские лидеры, большинство из которых являются ставленниками глобалистов, уже перестали скрывать свое истинное лицо и свои истинные намерения. Они даже не стесняются в выражениях, открыто призывая мировое сообщество к войне против единственной страны, которая, несмотря на многолетние усилия глобалистов и их миллиардные вложения для ее развала, сумела сохранить общечеловеческие ценности и традиции, которые уничтожаются сейчас планомерно и целенаправленно по всему миру. Это величайшее сражение добра и зла на Земле имеет огромное значение не только для вашей планеты, но и для всей нашей Вселенной. Как вы уже знаете, именно на вашей прекрасной планете проводился уникальный эксперимент по генетическому скрещиванию различных рас и цивилизаций. И результат этого эксперимента чрезвычайно важен не только для нашего Творца, но и для всех высокоразвитых цивилизаций, чьи гены содержатся в ДНК человека. Я тоже являлся одним из участников этого эксперимента, и моя роль в нем была уникальной. Я был тем, кто постоянно, большим и малым, ставил человека перед выбором между добром и злом. Я был тем самым змеем-искусителем, кто испытывал на прочность чистые божественные души, помогая им таким образом развиваться и получать бесценные уроки проживания в трехмерном мире. И сейчас, когда этот эксперимент подходит к концу, темная сила, завладевшая вашей планетой, пытается вмешаться в замысел Творца, естественный ход событий и навязать человечеству свой собственный сценарий. Принуждая людей принимать экспериментальные препараты, содержащие в себе чужеродный, небожественный ген одной из низковибрационных цивилизаций серых, они сводят на нет многие наработки сил света и уничтожают миллионы чистых человеческих душ, а вместе с ними и их бесценный опыт, приобретенный на протяжении многих воплощений в трехмерном мире. В результате этот накопленный ими опыт не поступит в общую копилку многих представителей нашей галактики, семена которых содержались в ДНК человека. Так драка рептилий совершает преступление уже не только против землян, но и против большого количества инопланетных цивилизаций, разрушая тонкие нити, связывающие всех членов единой галактической семьи. И такое преступление поистине вселенского масштаба не может остаться безнаказанным. Все силы света стоят сейчас на страже ваших интересов. И, конечно, никто не позволит драко-рептилиям довести до конца их бесчеловечный эксперимент по обезличиванию чистых и светлых человеческих душ, уже стоящих на самом пороге Вознесения. Конечно, спасти удастся не всех. Но миллионы пробудившихся людей все же сумеют дойти до цели. Они не только сохранят свою природную божественность, но и понесут ее дальше, в пятое измерение, что станет нашей общей победой над силами зла и доказательством того, что ген Бога в человеке неистребим. И несмотря на то, что в своей бессильной злобе силы тьмы, воплощенные на земле, пытаются уничтожить как можно больше людей, знайте, что в основном это касается тех, кто в любом случае не сумел бы совершить переход. Те, кому суждено, обязательно перейдут на новую землю пятого измерения. А также там окажутся те, кто отдал свои жизни в этой последней, самой жестокой схватке сил света и тьмы на вашей планете. Ваша победа уже близка, и мне хочется пожелать вам терпения и мудрости, чтобы в самый последний момент не оступиться самим и не позволить сделать это другим пробудившимся душам. Искренне любящий вас Архангел Люцифер говорил с вами.
Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.